Берегись, на юге шакалий стан.
Больно нужно мне ваше золото. Я Кайло для отвода глаз взяла. Пусть лучше думают, что я спятила, чем правду узнают. Влюбилась я. В бескидника влюбилась. Берегись! На юге шакалий стан! А вот скажи мне, неужто правда, что принц ваш потомок лютерана? Если так, то я подобен Калатуру. Наш Калатур — великий Эздо. Это он Шай-Салар выковал. Готово. Не Шай-Салар, конечно, а все-таки славно вышло из подручного-то. Ой, мне передай будущему королю. Если захочется ему корону, какой равных нет, пусть меня найдет. Я ему корону из чистого золота отолью, да с россыпью руфинитов, таких крупных, каких он отродясь не видел. Коронация? Да вы шутите. Это ребячество, самое настоящее ребячество. Поверить не могу, что Аман такое придумал.
Как он сказал? Ребячество? Если так, то сын Вейлора Мудрого войдет в историю как Силиан Дурак. Аман прав. Это грубо с моей стороны. Грубо и эгоистично. Берегись! На юге шакалий стан!
Вечный обелиск в северной части Кряжа. Аман, ты согласишься провести мою коронацию? Коронация — это священное таинство, я не могу. О чем ты говоришь? Разве таинство не по части жрецов? Да, но я... Хорошо. Тише. Вы тоже это слышали? Ha!